Крупное промышленное производство тракторов малой и средней мощности планируют наладить в Чувашии. Основные вопросы представители республики обсудили сегодня с Минсельхозом и Минпромторгом России, депутатом Государственной Думы Анатолием Аксаковым в режиме видеоконференц-связи. Создание крупного производства в республике планируется совместно с итальянской компанией «Сейм». Проект позволит полностью заменить на российском рынке тракторы белорусских производителей. Жители Чувашии новое крупное предприятие обеспечит рабочими местами. Их планируют создать не менее 500. У нас имеется вся необходимая инфраструктура для реализации этого проекта, начиная от производственных мощностей, заканчивая системой образовательного процесса, как высшего, так и среднепрофессионального. Проект планируют реализовать при тесном сотрудничестве с Ярославским моторным и Петербургским тракторным заводами. Организация масштабного производства потребует крупных инвестиций. В ближайшее время будет разработано и согласовано техническое задание к инвестиционному контракту.